Команда, которая решает глобальные задачи, она не может делить на сильных слабых соперников, потому что с лидером всегда все играют на высоком эмоциональном всплеске. Вот, пытаются все соперники проявить свои лучшие качества, вот, в чем мы каждую игру практически убеждаемся. Вот, поэтому стараемся играть, будем настраиваться очень серьезно на Волгарь. К тому же еще достаточно очень неприятное поражение они нам нанесли в матче последнего первого круга. Поэтому будем стараться, естественно, играть только на победу, как мы всегда это и делаем. Все ведущие клубы европейских чемпионатов, они играют в таком же графике. Поэтому ничего сложного там нет.